Давайте отвлечемся от повседневной жизни и немного побеседуем. Найдутся, конечно, те, кто не желает нашего общения. Я полагаю, что отдаются приказы по телефону, и люди с оружием скоро отправятся исполнять. Почему? Потому что хоть вместо беседы и можно использовать дубинку, слова никогда не потеряют свою силу. Слова передают смысл и возвещают истину тем, кто им внимает. А истина проста. С нашей страной творится что-то неладное, что-то ужасное. Нетерпимость и угнетение. В стране, где когда-то была свобода инакомыслия, где человек мог говорить то, что думает, теперь властвует цензура и тотальный надзор. Как это случилось? По чьей вине? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие, и с них в свое время спросится. Но все же, признаем правду, если вы хотите увидеть виновника, достаточно просто посмотреть в зеркало.